Период 70-х годов принято называть застойным. Вместе с тем наш город активно развивается. В Димитровграде появляется спутник волжского автогиганта. Знаменательно, что в год переименования Меликеса в Димитровград в 72-м году Меликесский завод кузовной арматуры, карбюраторов и вкладышей был переименован в Димитровградский автоагрегатный завод. И позже указом Президиума Верховного Совета СССР ДАЗу было присвоено звание имя 50-летия СССР. Димитровград по праву считался городом трудовой славы. В середине 70-х годов Димитрограду впервые вручили переходящее красное знамя за достижение наивысших результатов во всероссийском соревновании за досрочное выполнение плана. А это ударный труд людей. И на каждом предприятии были свои книги почета с фотографиями передовиков. В городском архиве, например, хранится книга почета уже не существующей фабрики «Олимп». Вот брали на себя социалистические обязательства, и в день празднования Дня работников легкой промышленности занесена в книгу почета фабрики Казакова Анна Флегонтовна. Вот. Швея-мотористка. Именно благодаря таким ударницам, передовикам производства, наш город в советское время 12 раз выходил победителем республиканского соцсоревнования. Арина Макарова, Константин Белов. «Наше время».